Приветствую тебя, о воин диких земель, с вами Турбоёжик, мы продолжаем проходить Ведьмака 3-го, ух, вот я какой крутой. Короче, новые шмотки у меня, такая вот одежка, можно сказать даже ночнушка красная, наверху, на плечах железом все защищено. Ништяк, кстати, прическу сменил, гляньте, такой хвостик теперь у меня. А виски побритые, ну просто гламурный ведьмак у меня теперь стал, вообще капец просто. Давайте покажу рюкзак. Вот они, новые мечи. Новигородский длинный меч и мастерский серебряный меч. Мастерский. Купил я все это в Новиграде, кстати говоря, вот эти и шмотки тоже, и мечи. Ну что, давайте продолжим проходить. В общем, в предыдущей части мы с вами завалили магичку одну, с которой бегали очень долгое время. Кстати, у нас сейчас задание, сейчас покажу. Прочитать книгу «Хозяйки леса». Из сведений, обнаруженных в доме нельфгарского агента Гендрика, следовало, что Цири поссорилась с некой веленской ведьмой. Поначалу Геральт считал, что эта ведьма была Кейра Мец. Вот как раз эта ведьма, с которой мы бегали, с которой у нас романчик был, которого мы завалили. Да. Но позже оказалось, что Генрик имел в виду кого-то, кто живет на в топик живет. Поэтому ведьмак отправился на болото, чтобы найти... Сука, кривоухи. Найти Цири. Да. Узнать сведения о ней. Нам нужно, кстати, поехать сейчас к этим сволочам, которые живут. Карты мира. Я, кстати, знаю, где они уже. Сейчас мы их найдем. Нам надо вот... Вот сюда вот нам надо. Вот их обиталище здесь. Ну, сейчас на коне, в принципе, по-быстрому с вами доскачем, тут недалеко. Я думаю, справлюсь с этими ведьмами, если они там будут на этих болотах, там будут по-любому. Как раз я масло захватил, которое как раз можно смазывать меч, и помогает от призраков. Ну и меч у меня крутой, думаю, мы справимся, посмотрим. Ну, сначала нужно доскакать, естественно. Речка. Ясненько. Придется намочить подштанники. Поплыли. Что нам еще делать-то? Давай, нырять мы не будем. Не, классно. Блин, здесь лодка есть. Какого хера? Почему здесь лодка есть, а я грибу? Хм. Ну ладно. А, вот и берег. Есть. Ну чё, где мой верный конь? Эй, колбаса, иди сюда. Борька. Резвый конь мой сизый Борька везет меня на разборке. Сколько у нас там? 160 метров, да, где-то? Или как здесь считается? Не в метрах. Опля. А, холм? Нет, я на холм не хочу. Нам вот сюда вот, да, вот я отметку, кстати, сделал, стоп! Ой, чё это? Так, нужно подготовиться. Я, кстати, здесь уже был, прибегал сюда, посмотрел. Здесь меня ведьмы захерачили. Вот так вот, так что я знаю, что здесь ведьмы, не удивляйтесь. Алхимия. Так, пока не нужно мне алхимию. Рюкзак. Мне нужно масло против трупоедов, масло против призраков. Вот так, отлично. Сейчас они на меня нападут. Как я и говорил, я здесь бегал. Они на меня нападали на меня, захерачили меня. Так что я теперь... Полное оружие. Что, давайте попробуем этих паскуд захерачить, в принципе. Ой, классно. Блин, классный меч я, кстати, приобрел. И хорошо, что маслом смазал. Вообще без проблем просто их ушатываю. В лед просто. Ну, не нужно забывать про защиту. Тихо-тихо, ресай. Вот так вот, есть. Быстрые атаки наношу. Хотя можно... И на шифте их мочить, но что-то на шифте... Ой, надо сожрать что-нибудь. Чё это? Они меня фигачат, народ. Нет, лучше быстрые атаки наносить, кстати. А ну, стоять. Все? Фух. И еще сожрем. Благо, у меня хлебушек есть. В принципе, можно их обыскать. Вот так вот всякую хрень у них забрать. Вот нам, наверное, вот сюда вот нужно. Я до туда еще не доходил, просто я добегал. Мне здесь ведьмы... Захерачили, я думаю, надо меч новый покупать и броньку. Старый не прокатит. Так, готово. Может сохраниться, кстати.
Что за хрень, трупаки валяются? Ведьмачье чутье? Ну-ка подойдем, посмотрим. Так. А, ключ какой-то нашел. Новое задание. Не играйте с богами. Отслеживать задание можно, в принципе, да, нажать, если. Прочитать найденные записки. А где они у меня? В рюкзаке, может быть. А письмо Йоннифер. Где же ты, брат? Выход. Найденные записки. Не знаю. А, вот хозяйки леса, боги покинули нас, сильнее мира сего. Грозочинцы, так, а фигня, вот как следует обращаться к хозяйкам. Стой перед алтарем, произнесите свою просьбу. Так, это хрень полная. Вот это вот, дорогая Эльке. Выход. Ключ там какой-то есть, вот. Отыскать ведьм на кривоухих топях. А, это я, наверное, сделал. Отыскать ведьм на кривоухих... А, у меня появилось задание, отлично. Такс. А, сюда, может, зайдем, посмотрим, что там, кстати. Надо масло, 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 масло. Рюкзачок, рюкзачок, рюкзачок. Призраков, вот так вот. Что, зайдем сюда, посмотрим, что здесь есть, не? А, что-то нихера и нету, кстати. Странно. Ладно, давайте посмотрим, что здесь. Чё это? Чё за хрень? Люди, это что такое? Ах ты паскуда! Это что за бабёнка, твою мать? Иди сюда, тварь! Кстати, почему у меня пропала заточка? Или она не показывается здесь? Чёрт, падла, она меня травит! Пошла нахер! Я ее убить не могу! А! Капец! Она какая-то сильная! Ну нахер! У меня жизни уменьшаются! Как мне ее завалить? Какого хера? Так, ну-ка посмотрим рюкзак. Нет, все нормально. И меч у меня классный. 15 уровня. Призрак. Я его не захерачу! Твою мать, она чем-то травит меня! Паскуда! Это еще чё? Ты чё, офигела, ведьма поганая? Защита? Твари, ай, ах ты тварь! Да нет, немножко, кстати, отнимается у нее хпшечка вроде. На тебе. Может быть, не привести обряд и восстановить здоровье? В принципе, можно, если помедитировать. Ну-ка, пойдемте попробуем. Какого хера, блин, сволочь? Нету медитации. Погнали дальше. Постараюсь я ее шлепнуть. Не знаю, как получится, нет? Паскуда! Она кого-то вызывает, кстати. А вот этих без проблем вообще валю, мелких. Мелких ведьм вообще без проблем. А эту что-то прям... О, у нее еще немного. Кстати, классно. Я думал, не получится. Отнимается потихоньку. По 30 единиц только урона? Бред какой-то. Если через shift. Ну, крит удары вот вылетают через shift, кстати. Ништяк, да? Давай, ешь, я знаю, ты сможешь. Капец ей, тварь. Пошло нахер. Сдохни. Умри. Ах ты, тварь. Она ведьм вызывает, реально. Они, наверное, здоровье восстанавливают, нет? Сдохни. Мразина! Где она? Я ее убил или нет? О! Чё это? Взять. Какую-то хрень какую-то взял. Офигеть, я думал, я не звою, реально, народ. Посмотрим, что здесь. О! Сундук? Можно его посмотреть? Бочки сломать нужно вот эти. Есть. Ой, тут какой-то рецепт взял, еще что-то взял. Задание выполнено, не играйте с богами. А, рецепт квебрит. Новую формулу. О, класс. Так, сожрем еще батончик и пойдемте дальше. Отыскать ведьм на кривоухих топях. Погнали, как раз нам нужно узнать. Может быть, отцы они что-нибудь знают. А, где мой конь? Иди сюда. Коняка, ко мне.
Ой, а чё-то... Ой, как далеко-то. Ну-ка, давайте посмотрим. Так, карту мне как открыть? Карта, 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 карта. А куда плыть? Не понял. Чё такое? Оу, вот это прикол! Очешуеть! А есть какая-нибудь лодка здесь? Знак сюда поставлю. Лодочка, лодочка есть? Неужели нету? Конь. Мой верный Борька конь. Пошли, чувак. Нам нужно очень далеко. 1500 метров. Причем это по морю надо плыть. Так, можно телепортироваться в ближайшее поселение. И оттуда уже поскакать, в принципе. Но я здесь лодку видел. Помните, здесь лодка где-то была? А где она? Лодочка. Блин, там опять эта башня. Она не нравится мне. Лодка, 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 лодка. Есть здесь лодка? Вон, есть. Погнали. Сейчас мы с вами на лодке, народ, поплывем. Это будет классно, думаю. Я-то думаю, что здесь лодка делает? А вот она зачем нужна. Ну, сейчас. Вот мой корабль качает по волнам, ежик гребет по своим делам. Опля. Вперед, Геральт. Будешь моряком. Капитаном Геральдом. Залазь. Эх! Приключения зовут! Садись. Да я знаю уже, я уж плавал. Вперед! Вперед! Мой верный корабль, даже это кораблем слишком сильно сказано, это шлюпка. Можно побыстрее плыть, нет? Да нет, что-то нифига. У-ху-ху! Класс. Жалко, здесь пушек никаких нет. Сейчас бы корабль какой-нибудь, реально. Давай, попутный ветер нам в лицо, ёжик едет, едет, выполнять миссию. Давай прибавь газку, иначе медленно слишком плывешь. Сейчас мы, кстати, будем проплывать мимо той башни, в которой уже очень часто что-то мы с вами лазим. Охренеть. Ну давай, попутного ветра, эль капитан, Геральт. Геральт капитан. Свистать всех наверх. Он на борт, он на борт. Пиратов нету здесь, чтобы я с ними разобрался. Да, очень далеко, 1500. Но ничего не поделаешь, нам надо плыть. Где тут остров? Вон там башня, помните, там мы освобождали от чар злых этот остров. Потом там с магичкой, с нашей любовницей. Разборки у нас там были, в результате захерачили. Да, вот так вот. Что-то все возле этого острова крутится. Что-то мне не нравится мне он. Там лаба осталась. Может там варят что-нибудь. Там всякие лекарства, я имею в виду, варят там. Let's cook! Ну что, лодочка? Какая-то шлюпка не внушает она мне доверия, кстати говоря. О, вот здесь вот этот как раз чувак жил. Помните, кто смотрит? Которому мы отнесли останки привидения, которое там в башне было. Да, это место помню. Черт. Что-то неспокойно. Неужели шторм будет? Меня разорвет херан. А что это такое было красное там под водой? Что это? Неужели здесь монстр какой-нибудь есть? Не верю. Слушайте, там окна светятся до сих пор. Вон они. Да? О, а почему светится? Там же магички-то это нету. Мы же отправили туда, туда. Вообще, сделали конкретное до свидания. Там вороны еще кружатся, гляньте. У-у-у, охренеть просто. Так, ну чё, медленно, но уверенно мы плывем. Хер ли нам еще делать? Бензина не просят у нас. Никакого горючего. Так что у нас просто ветер. Нам нужно отыскать ведьм на кривоуховых полях. Топях. Наконец-то выговорил, да? Ну газу, газу. Мне нужен 4-литровый движок сюда. Или 8. Что такое? Вон еще лодка одна, кстати. Нормально. Слушай, а может мне на коне поскакать? Не быстрее будет? Давайте-ка посмотрим. Так, паркуемся. Стоп. Давай, Геральт, проплыли. Слази. Слази, чувак. Вылази. Вылази, я сказал. Где мой конь? Коняка. Иди сюда. На лодке слишком долго плыть. Опля. Поскакали. Давай, мужик. Плотва, шевелись. Вот реально, на коне другое дело.
херам. Ну, мне по-любому на лодке пришлось бы плыть, потому что здесь нужно пересечь пролив. Тут еще, блин. О, блин. Ну-ка, дайте посмотрим. Куда нам? Плотва, стой. Опа. Да, нам нужно плыть. Давай, слази. Немножко проскакали, немножко срезали путь. Ух ты. Холм какой-то большой даже есть. Вау, там дерево здоровое. Так, залази. Давай за штурвал опять. Меняем лодку. Садись, садись, садись. Так, разворачивайся. Курс прежний. Отдать концы, поднять якорь. Вперед. Вот так вот мы сейчас с вами проплывем. Да, долго, кстати, плаваем. Давно и так, как правильно говорить, ходят по морю, а не плавают, да? Плавает. Ну, знаете, да, что плавает? Вот что там красненьким подсвечивает. Нет, разборки нам сейчас вообще не нужны, мы миссию выполняем. Нам нужно конкретно плыть к этой точке. Сколько у нас осталось? 400? Ну, 5... А, это, наверное... Нет, не на берегу. Что за хрень? Может, под водой кто там за мной гонится? По-любому кто-то под водой есть. У-у-у, опасно. Так, лодка, смотрю, здесь есть. Может, там уже... А, вон монстры. Шабуш устроили. Что за хрень? Давай, спускайся. Лодку шлепнули немножко. Ну ничего. Давай, слази. Так, побежали. Сейчас коня попозже вызовем. Да, как раз вот этот пролив пройдем. И можно коня вызвать. Давай, конь мой, иди сюда. Сейчас меч свой проверю. Вот здесь монстр есть. Ах ты, тварь! Получи, паскуда. Вообще изи. Ах ты, мразина. Получи и распишись. Скотина. Скотин, ты что ли еще? Ой, как вас много здесь. Да, вот и я про то. Ох, вы паскуда, ну-ка через shift. Сразу половину хп сношу. Это вообще просто легкие. На, сколько, какого там уровня, 9-го? Вообще валет, не чую даже. Че, их потроха, давайте соберем, что у них там есть. Ну, рожа. Ве. Взять. Так, а это что за знак здесь, кстати? Копцы лезут отсюда, лучше здесь все взорвать. А как мы взорвем? У меня нету бомбочки. Охереть. Фу, вон, видали, они там пролезли. Вот здесь вот. Может быть, я смогу сжечь просто. Магическая ловушка. Урон огнем. Давай, наноси. Просто... Куда твари? Сейчас у меня восстановится магическая сила. Подожгу я вас. Ну-ка вот так вот. Не, ничего подобного. Где мой конь? Конь. А ну иди сюда. Пойди сюда, я сказал. Все, валим. Нихер нам здесь делать. Погнали. Твою мать. Что это было? Отравился, что ли? Да не, нормально. Пошел нахер, уважаемый. У меня дела. Соточка метров, сейчас на месте будем. Давай. Блин, какую жопу я залез. Стоп. Чё за хрень? Слази, сейчас глянем, что здесь такое. О! Нихера себе. Ну и рожа. Заставка давно не было, кстати. Печеньки, что ли? Кровяк. Уи. Фи-фи-фи. Странно. Да, это печенька, наверное. А, твою мать. Видели там, да, чего? Твари, ведьмы здесь. Сейчас поищем. Нужно быть готовым ко всему. Такс. Вперед. Опа. Амулеты висят. Может быть, по этим... Да, нужно по этим идти. Знаком. Вот так вот. Да-да-да, все правильно. Геральт. Шуруй. Никакого здесь ведьмы-монстра не будет. Одну уже загасили. Сейчас посмотрим. Куда нас приведет эта дорожка? Пока правильно все. Это что такое валяется? Ну-ка. А, запчасти. Похоже, окей. Дождь собирается. Да ладно. Ты реально сейчас до дождей беспокоишься, чувак? Ну какой-то задницы. Нам нужно что-то делать. О, блин. Что за хрень? У! Вот это да. Ну-ка, пошли.
Охренеть! Что-то стрёмно мне. Реально стрёмно. Ой-ой-ой-ой-ой. Собака, он её любил. Чё? Она съела кусок мяса, он её убил. Это все знают, чувак. И надпись написал. Мясо, 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 он его любил. Побы твою мать, губец, какого хера? Запечем его с тобою, тут ему конец. Раз, два, три, за огнем выходишь ты. Пацанова играет. Вот вам детвора, а? Чем занимаются? Моя считалочка. Очень интересно, да? Ты кто? Иди отсюда. Конь в пальто, мелкий ублюдок. Ну-ка, хавальник закрыл. На болотах потерялась молодая женщина. У нее серые волосы и шрам на лице. Это Цири, короче. Вот мы ее ищем все-таки. А я тебе кто? Какая из тебя девка? У девок сиськи. Точно. Чувак, успех упадет. На деревне дед кричал: ховайте девок по лесам. Пусть солдатню сиськами не пугают, а то беда будет. Так и говорил. Титьки. Послушайте, девушка, которую я ищу, попала в беду. Если не хотите помочь мне, помогите хотя бы ей. А ты откуда знаешь, что она тут была? Люди говорят, она попала к ведьмам на болото. Но тут нету ведьм. Тут только лягушки. И ужи. И Васик. Чё? И что за разговоры? Что за поболтушки, я спрашиваю? Какой херасик там? Сюда никому нельзя. Тут только дети. Мои дети тут могут быть. А ты еще кто такой? Ха, с оружием, как бандит. Ну и рыжая, блин. Я ищу одну девушку. Я просто с ребятней разговаривал. Я ищу одну девушку. Я была очень красивой девушкой. Да-да-да, я верю тебе, красиво, несомненно. Вот такую косу. Маменька мне плела. И платья у меня были цветами разукрашенные. Ты ее видела? Молодая, с серыми волосами. Это твоя невеста? Конечно. Охереть. Доченька. Реально, что ли, твою дочь? Дочка, вот это поворот, я этого не знал. Где это они сейчас? Я, конечно, не играл в первой части. Их, какое приключилось. Но реально, что ли, тут дождь? Дождь. Молодая девушка с серыми волосами. Мне надо понять, встречала ты ее или нет. Дети, что смотрите? Идите мыть руки, будем ловить сверчков. Видно, чего? Ничего я от тебя не добьюсь. Так я ничего и не знаю. И Васик точно знает. Кто? О чем я его не спрошу, он отвечает: погоди, сейчас почешу себе гузны и придумаю. Что это за слово? А ну, живо в хату. Живо в хату. Будешь у меня в углу стоять. И я присмотрю, чтоб стоял. Почешу себе маленькие лесные яички, да, и придумаю. Что за хрень? Что за фигасик там еще? Поговорить с мальчиком, которого наказала бабушка. Ну, сейчас мы его найдем. Куда он ушел-то хоть? Чего они здесь живут, я не понимаю. Тут стрёмно. Они тут живут. Дома у них здесь на болотах. Хереть, болотные люди. Ну, где этот пацанчик-то? Ну-ка, толстый, рассказывай давай. Да нельзя входить. Тебе тут нельзя. Я хотел только поговорить с этим мальчиком. Нельзя. Нельзя. Я... не буду с тобой разговаривать. Бабушка тебя не любит. Ах ты, кабан толстый. А и Васик придуманный. И чужие детей крадут. Чужие? Так, где найти этого фигасика? Скажи мне только, где найти и Васика? И Васик придуманный. Уходи. 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 Найти способ выманить бабушку из хаты. Почему вы не хотите говорить про Ивасика? Что один из вас знает, то и остальные, ведь так? С Ивасиком только он водится. Они грибов ищут, улиток. А бабушка говорит, что Ивасик придуманный. Девушка, которую я спрашивал, в опасности. Помогите мне отвлечь бабушку, а я поговорю с другом Ивасика. Ладно. Что? Давайте, поможете мне. Услугу. Поиграй с нами в прятки. А то бабушка не хочет. Блин, кости в прятки. Придется играть. Может, еще что хотите? Еще вариант есть выбора. Может, вам еще что нужно? Бабосиков, может? Вы сладенького. И мне тоже. Сладенького. И фруктов. А у меня там что-то есть вроде. Вкусненького. И мы тебе поможем. А.
Тогда принеси! Или в прятки с нами поиграй, или иди своей дорогой! Твою мать, а? Хорошо. Идет. Прячьтесь, а если я вас найду, вы мне поможете поговорить с мальчиком, который знает Ивасика. Ну, я думаю, что найдем без проблем этих мелких. Так легко найти. А то нет. Он, небось, от черных не прятался. Не подглядывай и считай громко все пальцы. И на ногах. Обязательно, да. Раз. Мелкие. Два. Мелкие. Три. Мелкие, короче. 18, 19, 20. Че, идем искать? Сколько их там было? Человек 4. Так, один прямо по курсу был. Найти прячущихся детей, используя ведьмачье чутье. 0 из 4. Да, 4 было. Думаю, без проблем их сейчас найдем. Так, чуть такое красное было. Следы! Ха! Как два пальца? В бочке. Нет? Наверху? Да, наверх ведут следы-то. А мне как залезть наверх? Не понял. Никак нельзя. Ну-ка, дай-ка меч мне. Меч, я сказал. Бочка не разбивается? Ня. Странно, он пролез через верх. Где он? Что здесь такое? Я тебя вижу. Во, нашли. Готов, одного нашли. Вперед, дальше. Я думал, он на крышу залез. Или это он специально следы... Типа залез туда, да? Следы специально сделал, чтобы мы попались. Пошли на крышу. Хитрый жук. Ладно, еще трое остались. И среди них одна девка. Маленькая. Так, ну что, ищем? Где они? Так, вот еще следы. Посмотрим. Пока хатку почищу. Вот, вот он, да? Я тебя вижу. Да. Выходи. Слабак. Как ты меня углядел? Как ты меня углядел? Да капитан очевидность. Спрятался в доме. 2 из 4. Отлично. Еще 2 остались. Сейчас мы их найдем все равно. Ты меня не спрячешься. От ведьмачка еще никто не уходил. Тем более мелкие. Так, посмотрим. Следов больше не видно. Куда же вы спрятались-то, а? Эй, ага, есть, вот и следы у нас. Такс, пошли, 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 пошли. В доме, что ли? Да, походу, в доме. Где здесь вход? Вход, 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 вход. Перепрыгивай, чувак. А мы здесь не были случайно? Ну-ка. Следы. Беру. Он через окно пролез? Или он в этой хате все-таки находится? Так. Где он? Эй, пупсик. Вупсень. Ух ты, нихера, сколько здесь всего-то, а? Пригодится, пригодится, пригодится. Или другой был здесь? Стоп, 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 стоп. Ладно, вылазим. Пошлите сюда, сбегаем. Пока что. Вот следы еще есть. Чё застрял-то? Перепрыгивай. Ну-ка. Я так. Тебя нашел. Не прячься. Этот... А, вот, третий. Ну, еще четвертый остался. Такс. Ща найдем. Сейчас мы найдем его по-любому. Так, здесь мы были. Точка куда показывает нам? Просто в середину радара, наверное, нашего. Да, скорее всего. Ну чё, где ваша подруга-то? Колитесь. Мелкие детишки. А может, так кто-нибудь за предел радара убежал, кстати? Может такое быть, нет? Не знаю. Ну, следы вот здесь вот исчезли, в принципе, красные, да? Да. Поищем здесь. Кто там угорает все? Я не понял.
Может, в доме где-нибудь? Зайти, может быть, сюда? Закрыто. Нужен ключ. Здесь я был. Да? Да. Назад. Ой, мелкие, а? Куда же вы спрятались-то? Можно вот сюда вот еще, в принципе, выйти на болото. Да, вот сюда вот можно. Поищем, вот так вот пойдем. Прям по краю. Следы-то должны по-любому быть где-то. Эй! Девчулька самая резвая. Куда ты спряталась? Пролази. Ну перепрыгивай через этот забор сраный. Где же она? Эй, мелкая сволочь. Куда ты спряталась? А ну выходи, я сказал. Эй! Влази! Влази! Негодница! Вот следы! Ну-ка! Так. Странно. Тут кончаются они. Ну-ка. Здесь вот видно, да? Сюда вот ведут. Может, наверху где? Ничего не вижу. Следы вот они. Или мы здесь уже находили одного, нет? Странненько все это. И стрёмненько. Бери, бери, бери. Можно же было взять, что за бред? Твою мать. Откуда он такой взялся? Оттуда. Бабулька нихера не выйдет, пока мы не найдем этих мелких детей полностью, чтобы в кучу собрать. Они нам должны помочь. Что-то не очень это горят желанием. Ну вот еще халупа. Находил я здесь. Зайдем сюда. А здесь был уже. Какого хера? Здесь закрыто, да? Ну-ка посмотрим. Да, нужен ключ. С другой стороны дверь еще вроде была, да? Нет, девка, вот мелкая здесь. Поговорить. Странно. Нельзя. Где следы? Не понимаю. Да, мелкую девку мы нашли сразу. Так, 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 так. Ну где же она? Раз, два, три. Трое. Четвертой нету. Здесь ни хера нет, ничего. Только в том доме следы, больше ничего нету. Без понятия, куда бежать. Кстати говоря. Вот это спряталась. Не ожидал я такого. Эй! Где же ты? Может, с этими поговорить? Сдадут мне ее, нет? Не-а. Не сдадут. Ну вот следы ведут сюда. Нет тут ни хера. Погашу. Через окно. Я не могу перелезть. Так, давайте за эту хату зайдем. Посмотрим, что там. Вылази, вылази. Тут окно где-то, с другой стороны, что ли. Ну вот здесь она перелезла. А вот следы. Так, 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 так. Ну-ка, 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 ну-ка. Погнали, погнали. Вот он! Наконец-то! Фух. Ты чародей, да? А, эта девка тоже осталась. Нам фокусы, когда к домику подойдем. Обязательно. Нет, лучше вспомни, что вы обещали. Давай, выманивайте бабку эту. Быстрее. Быстрее. Я теперь держите слово, помогите. Два пацана, две девочки, девочки. Как не помочь? Пока что. Еще. Ну чё,
Как они будут помогать-то? Что-нибудь подожгут сарай? Бабушка! Бабушка! Я опять летал во сне. Сколько раз говорить, твои таблетки только коробки. Все, сейчас она выйдет, нам нужно забежать в дом. А чё пацан-то не остался в доме? Странно. Не вышли будет. Они вдвоем. Я ничего не знаю. Давай колись. Я не причиню тебе вреда. Колись. А говори про этого фигасика. Бабушка ушла за пирожками. А где Ивасик? Да. Я просто хочу поговорить с Ивасиком. Может, он знает больше, чем вы? А ты ему зла не сделаешь? Конечно нет. На самом деле, он непридуманный. Я уже это понял. Не сделаю. Ивасик раньше часто прибегал, потому что бабушка любила слушать, как он поет. А когда я грибы собирал, Ивасик сказал, что на болотах видел девку с серыми волосами. Где найти этого твоего Ивасика? Да. Есть такая полянка на краю болот. Там растет дерево, такое странное. Как присмотришься, сразу... Я странное дерево видел на высокой горе большое. Но это навряд ли то, да? Окей, мелкий пацан нам сказал, где его найти, отыскать на болотах Ивасика. Пойдемте, глянем на него. Что за тип такой? О, классно. Показано, куда нам идти. Это отлично. Это очень даже хорошо. Меч наготове. Мало ли что. Так, защиту. Тихо. Защитку нам нужно. Магическая ловушка, охранный щит. Погнали. Ну чё, паскуда, иди сюда. Давай, подходи к ежу. Не стесняйся, двух ударов ведь положу вас. Слабаки. Если Васик настоящий, наверняка он оставляет следы. Ну, по-любому. Следы жизнедеятельности? Или какие? Так, что-то нам нужно найти здесь. Вот что-то, вот следы. В принципе, какие-то следы есть. Следы маленьких ног. И Васик здесь проходил. Да ладно. А пройти по следам Васика и использовать ведьмачье чутье. Погнали. Так, куда они ведут? Вот сюда. Ну, слушайте, у нас ведьмак прям супер чувак. Хорошо, что у меня меч классный. И шмотки тоже. Чё, паскуда? Ты что ли, ещё иди сюда? Вот так вот. Это я все продам, у меня еще больше бабосиков будет. Давай. Нормально, нравится мне этот Геральт. Дамаж манает. Из монстров все забирает. Вообще крутой чувак. Так, идем сюда. Странно, следов-то... А, вот следы. Сюда. Сейчас мы найдем его. Интересно, что это за монстрик такой у нас мелкий. Что-то стрёмно. Опять эти болота. Как мне достало здесь лазить. По этим болотам. Хочу в поле куда-нибудь. Каким-нибудь здоровым монстром посражаться. Ну, пока... Следы ведут к норе. Интересно, что внутри. Чего? Охереть! Да, пока монстров... Здоровых нам не встречается никак. Ну, типа, помните Грифона в начале, когда мочили? Прикольно было. Ивасик. Эй, выходи. Давайте взглянем. Интересно, покажут его, нет? Твою мать, чё так близко? Какого хера? Чё за хрен? Бойся. Мелкий. Это голем, моя прелесть. Реально? Это голем? Блин. Жесть какая-то. Блудница? Луговик? Пуховик? А, прибожик. Мало куёжик? Осталось на свете. Ну окей, хотя бы не очень страшно. Ты ее видел? О, так, наконец-то. Мне все сначала. Где ты её? Кстати, вот это вот, узнать веление всего Цири, наверное, как раз сводится к тому, что нам нужно побочные вот эти задания выполнять и искать сведения о ней. Говорить не может. Да, я уже это понял. В чем дело? Ты не можешь говорить? Почему? Чё, не понял? Ты потерял голос? Ну, песни кричал, наверное. Могу я тебе помочь? Похоже, что можешь, но как? Капец, у него глаза здоровющие. А мне идти за тобой? Мне идти за тобой? Да. Что ж, выбора нет.
Понеслась. Так. Следуйте за фигасиком. Погнали. Вот он мелкий. Ничего не подсвечивается красным даже. Офигеть. Ну погнали, посмотрим, что там. Задание на... Заданное. Так, там что-то светится он, кстати, с левой стороны. Монстры. Я тебе помогу, чувак. Я их сношу просто с двух ударов, вообще. Легко просто-напросто. А так вот. Иди сюда. Я бошку тебя отрублю, паскуда. Поддохни, ублюдочный. Ты куда убежал? Пошли. Не отходи от меня. Газу, 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 газу. Фу, еще и мухи здесь. Защиту. Хоть я и так силен, но на всякий случай все-таки использую магические способности. Что, нам далеко бежать здесь, нет? И Васик. Ну и, конечно, имена здесь. О, докуда добежали, заставка. Вы пришли? Да, я огляжусь. Чё там он? Чё за хрень? На этом уступе есть что-то, что поможет тебе говорить? Он нас никуда не заманивает, ни в какую ловушку. Чё-то как-то странно. Да-да-да, чё-то он... Чё-то он странно. Чё-то он... Чё-то он мутит. Непонятно, чё только. Так, тропинка есть здесь у нас, да? Значит, можно лезть. Вот здесь вот. Отлично. По уступам. Все выше и выше и выше. Не нравится мне это все. Что-то ловушка. Опа! Накаркал я про монстров. Охереть. Что это такое? Здоровый. Это дракон, что ли? Ну-ка посмотрим, что здесь такое. Ах ты тварь! Ой, они легкие вообще. Иди сюда. Так, нужно их захерачить. Я понял, да? На ты, подлюга. Еее! Это что, летучие какие-то? Драконы или голуби какие-то? Что-то поддохнет я. Так, можно собрать с них всякую фигню. Ну что, посмотрим, что здесь. Чё за... Твою мать, я упал. Охренеть. Сожрём, здоровье восстановим. Там что-то есть, кстати. Ну-ка глянем, глянем, глянем. Там кости лежат. Реально кости? Что такое? Заберем. Может, ему нужна эта бутылка? Чего? Какая бутылка? Дай бутылку Васику. Погнали. Так, сожрем. Надеюсь, бутылку я не выпью его. Пойдемте посмотрим. Опля. Где он? А, вот он. Ну-ка глянем. Держи. Давай, жги, братан. Сейчас потрет он джин оттуда вылезет. Твою мать, что он делает? Сейчас превратишься в какого-нибудь монстра. Шишка, улитка, а, нет, заговорил. Ролик, телега, корзинка, пердёж. Как звучит? Король купил коралловую корону на коронацию королеве Бруге. Навеселился уже? Мои любимые слова. Жить и не слышать божественного сочетания звуков ниточка карачунницы все равно, что лизать улиток через сукно. Спасибо тебе, славный, кто бы ты ни был. Прощай и будь здоров. Погоди, погоди. Какого я хера? Я помог, так уж и ты мне помоги. Ты давай что, рассказывай. Хочешь превратить прекрасный акт альтруизма в дурацкий обмен услугами? Так, чё-то я не понял, чё это начинается? Разборки будут? Девушку с серыми волосами. Опять меня обманывают. Видел её? Ещё бы не видел. Как-то с утра я вышел, как всегда, сделать кучу. Это мой любимый момент дня. Солнышко светит. Давай ближе к делу. Ветерок веет. Сижу я, значит, довольный. А тут как жахнет, как грохнет. И ниоткуда выявилась девица. Молодая, серовласая, как ты сказал. А вдобавок она была ранена и едва дышала от усталости. Офигеть, что с ней случилось? Она помчалась в сторону детских хат и неслась, будто за ней ведьмы гнались. Я, конечно, уругал ее, что она мне помешала, но она не слышала. У меня же голоса не было. Чё за хрень? Куда она пошла? Если она побежала в сторону приюта, может, опекунша что-нибудь знает? Или дети? Не.
Бабушка с чужими разговаривать не станет. А с тобой разговаривает? Я-то к ней подход знаю. Ладно, ты мне помог, и я не буду вредничать, и тоже тебе помогу. Пойдем. Пойти за Ивачком в деревню на болотах. Погнали. Ну что, народ, давайте погоним, наверное, в следующей части все-таки. Итак, мы с вами уже много наиграли, было довольно весело. Кому нравится Ведьмак 3, ставьте лайки, не стесняйтесь, пишите комментарии, подписывайтесь на канал. Ждите, конечно же, продолжения. С вами был Турбоёжик. Пока.